В этом году городские чиновники планируют заменить 24 лифта в 17 жилых домах. Одна шахта будет отремонтирована капитально. Деньги выделены в рамках реализации федерального закона номер 185. Денежные средства, выделенные на реализацию данной программы из фонда содействия реформированию ЖКХ, из областного бюджета, из городского бюджета и с участием 5% финансирования собственников. В том числе в долю собственников входит, конечно, часть муниципалитета, поэтому бюджет города Ульяновска компенсирует эту часть. На реализацию данной программы по всему городу Ульяновску выделено 29 950 тысяч рублей и принято решение полностью все денежные средства направить на замену лифтового оборудования. Уточним, ремонтировать будут только те лифты, работу которых приостановила специализированная комиссия. На территории города Ульяновска 54% всего лифтового оборудования любой формы собственности ТСЖ ЖСК управляющей компании уже отработало свой назначенный срок службы. Это 25 лет. После назначенного срока службы происходит экспертиза в специализированной организации и еще устанавливается определенный срок – год, два, три, в зависимости от того, в каком состоянии находится оборудование. На данных лифтах, где производится их неполная замена, уже полностью отработали свои ресурсы. Все монтажные работы завершат до 1 октября 2012 года.